Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на природе. О чем сегодня поговорим? Я бы хотел вам даровать ключ каждому человеку. Как видите ауру? Бог даровал это качество всем. Ваша задача научить свой мозг видеть излучение. Это не так сложно, как вы думаете, абсолютно нет. Люди часто делают очень мощные какие-то практики, добиваются минимальных результатов, платят громаднейшие деньги за все это, но тут все намного легче, друзья, намного легче. Как это? Как сделать? Вам немножко нужно потрудиться, но если вы знаете, будете ключ, и трудиться в нужную сторону, эффект всегда будет. Это неизбежно, просто неизбежно. Помните, в детстве у вас все удавалось. Почему? У вас был детский интерес. Если у вас есть детский интерес к чему бы то ни было, собирание марок, любому делу, вы становитесь в этом деле экспертом. Это первый ключ. Вы должны познавать в состоянии детского удивления, постоянного детского удивления, без уныния, даже если долгое время нет какого-то результата. Качественное созревание мозга так и происходит. И это рано или поздно удается. В течение примерно может меньше месяца, уходит меньше даже. Вот, я расскажу, как это делается. Вы расслабились. Вышли на природу, например, или дома, хотя бы на природу. Здесь очень много потоков идет с земли, ауры деревьев, плазмоиды летают разные, сущности ходят, деревьев там, очень много всего, всех друзей. И вы вышли на природу, да, включили детскую непосредственность, расслабили свое тело. И начинаете задавать вопросы и пытаться увидеть. Например, идете, о, как интересно, а у дерева есть аура? Какое излучение, какого ее цвет и так далее. А дерево внутри, и так детское непосредственно, а дерево внутри сколько слоев имеет? А какие слои, как они выглядят? А как вода течет внутри? А есть ли энергетическое, например, движение в середине дерева какое-то? Хорошо почувствовали это, вошли, расслабились. И идете дальше на прогулке. Дальше смотрите, ходите и, например, запрашиваете, а что внутри земли, как глубину, а там есть какие-то камни. Потом опять дальше внешняя, внутренняя сторона. Дальше идет запрос, а как выглядит мой мозг в цвете, в объеме. А есть ли у меня какая аура, как примерно она выглядит, как вы думаете? Потом опять внешний мир, цветов есть какие-то цвета, оболочки. Сначала, через некоторое время, будут оболочки, вы начнете замечать. Сначала у людей, которые проходят и боковым зрением, вы видите. Потом вы будете замечать оболочки вокруг человека. Потом они начнут заполняться цветами. Через некоторое время у вас будут вспышки такие. В полумраке вы раз увидите, как будто рука вспыхнула, например. Да? Эта аура появилась, исчезла. Это будут нестабильные еще результаты. Через некоторое время вот такого удивительного запросов таких постоянных, внешнее, внутреннее, в среде, вы не заметите, как начнете читать ауру, видеть ауру. Сначала в себя внутреннем голове, в своей внутренней видении, а потом она перейдет во внешнее видение, и оно будет даже более реальным, чем внутреннее. Наблюдайте с этой детской непосредственностью все, что вы видите. И вот так вот прогулка час или два в день, хотя бы чуть меньше месяца вот таких прогулок, и вы легко начнете через некоторое время, сами того не подозревая, воспринимать это излучение. Появились оболочки, а вы там, а что дальше? А что, какая оболочка внутри? А как дерево снаружи, внутри? А как выглядят плазмоиды? Есть ощущение, какое, есть ли какое-то движение, например, энергии с земли? А как потоки? Высшее я, покажи. И вот так, как ребенок, начинаете запрашивать, идти, и вы начнете пропадать. Со мной так было, ты как тело начинаешь исчезать. И вдруг появляется этот объем, который вокруг. И он такой ласковый. Ты сам становишься этим существом.
един со всем, вообще очень интересно. Какие-то вспышки происходят у вас, вы начинаете видеть там оболочки, там, начинаете замечать чужеродных сущностей, например, в аурах людей, начнете замечать столб света, идущий от вашей головы, то есть много начнете ловить, и так незаметно для себя начнете читать ауру. Я понимаю вас, вы скажете: о, неужели все так просто? Это дело так, мозг, он так и обучается. Если вы начнете очень серьезно работать, вам очень долго придется работать и разные результаты. А так вы все равно, вы попадете в это излучение. Вы начнете сиять, сиятельными становитесь. Вот. Вот такая игра. В течение часа, полутора вы начинаете забываться. Я так тренировался. И первые результаты появились именно такие, с этой стороны. Запомните, дорогие друзья, именно так. Все остальные ключи, они намного сложнее, и тратить времени вы можете годы задеть. Вместо того, чтобы 3 недельки позаниматься, появится и включить это качество. У вас яркие появятся сны. Дальше. Вы сидите, залипаете на какое-то качество, вот, например, руку. Ложитесь спать, например, не смогли на природу. Посмотрите на ладони, как есть ли какой-то лучик из пальца. Представьте, что лучик вышел. Через некоторое время вы начнете его ловить, как поле вокруг. И так залипайте не 3 секунды, по несколько минут, долго, интересно, спрашивайте. Потом начнет мелькать так, раз, хоп, кости появились, и все остальное исчезло. А ты попроси, а как выглядят кости, вены, артерии, а как кровь движется, как интересно, как ребенок. Помните, как в детстве, когда вам все интересно, мозг у вас, качественные режимы быстро проходят. Это то же самое. Дальше созревание происходит у всех по-разному. Дело в том, что вы многомерные существа. И, соответственно, тела сущности развиты, например, астральное хорошо развито. Первое эфирное, астральное, а первое, второе, третье ментальное мир не очень. Недособранные, кубики не собраны в этом пазле. Таким образом, вы быстро начинаете набирать недостающие кубики. Кому-то, может быть, подольше потренироваться надо будет. Но запомните, самый трудный период – это первые 3 недели. И первые 2-3 недели. Почему? Потому что больших результатов нет, и вам кажется, что вы занимаетесь сумасшедшим каким-то делом. Но мозг, когда начинает созревать, первые разы вы начнете замечать какие-то оболочки. Потом все ярче, больше, четче. Но это... И настанет момент, когда у вас барьер качественного мозга перейдет, и вы просто уже никогда не закончится. То есть у вас при любом эмоциональном состоянии это качество не закроется у вас. То есть оно у вас останется, даже если вы там будете там в разных состояниях. А сейчас вы должны были быть очень чувствительны. То есть чувствительность вам нужна, более тонкая вибрация. А потом это уже будет не так важно. Трудитесь, друзья. Если нужно, я могу описать эти цепочки, но это все легко. Запомните, требуйте от мозга то, что обычно невозможно. Посмотреть внутрь земли, внутрь дерева, какой оболочки у дерева, у вас какая оболочка. И с этим детским непосредственным интересом, который не кончается, удивлением, восторгом. И это произойдет, друзья, очень быстро. Поверьте, 3 недели. Пока.